Здравствуйте, зрители нашего канала. Сегодня хочется вам рассказать, какая посылочка мне пришла. Я ее ждала с большим нетерпением. Это посылочка от компании Бокздрав. Мне пришла косметика Пробиодерм и закваски натуральные, кисломолочные, которые можно приготовить дома. Ну что, открываем? Пока открываем посылочку, я вам немножечко расскажу, потому что я давно мечтала именно пользоваться такой косметикой. На сегодняшний день предоставлена линейка для разных возрастов, начиная с 16 лет. Это разные кремы, маски, сыворотки для лица, скрабы для тела, средства для снятия макияжа. Все составы косметики Пробиодерм уникальны и разработаны на основании многочисленных современных открытий в области косметологии и микробиологии. Чем мне понравилась эта косметика, я решила ее заказать. Это особенность косметики в том, что она обладает пробиотическими свойствами, потому что содержит лизаты, фрагменты клеточной стенки бактерий и их внутриклеточное содержимое. Косметика Пробиодерм не содержит парабенов, сульфатов, гормонов и химии, которые негативно влияют на кожу и организм человека, создавая кратковременный эффект от применения. Так, я для себя заказала крем-гель увлажняющий для лица и кожи вокруг глаз. Пробиотический, номер 17, кому интересно. Также лифтинг, сыворотка для лица, пребиотическая, номер 41. И крем дневной для лица, тоже пребиотический, номер 31. Сейчас я вам расскажу немножечко про косметику, а далее расскажу про закваски. Кому интересно, оставайтесь с нами. Понравилась косметика тем, что у косметики небольшой срок годности, всего 9 месяцев, за счет минимального количества консерванта. Подходит для длительного применения, поскольку не содержит вредных веществ, которые могут накапливаться в нашем организме. Действие косметики направлено на восстановление естественных, природных обменных процессов, а не на временный визуальный косметический эффект. Отдельным преимуществом является использование для упаковки косметики вакуумных диспенсеров, которые защищают содержимое от попадания бактерий, грибков и максимально ограничивают попадание воздуха внутрь. Так, заказала я крем-гель. Это увлажняющий для лица и кожи вокруг глаз. Это универсальный крем-гель с легкой текстурой, содержит антиоксиданты, укрепляет капилляры кровеносных сосудов, улучшает цвет и выравнивает текстуру кожи, уменьшает отечность, повышает ее тонус и упругость, стимулирует синтез коллагена, повышает способность клеток к регенерации, содержит ферментативные лизаты, лактобактерий, обладает пробиотическими свойствами. Также заказала крем дневной для себя, для лица, пребиотический, с легкой текстурой, которая эффективно разглаживает морщины, обладает омолаживающими свойствами, защищает, питает, ну а также восстанавливает кожу на клеточном уровне. Содержит пептиды, активирующие выработку коллагена и гиалуроновую кислоту. Содержит ферментативные лизаты, лактобактерии. Это отзыв по этому крему и вообще по косметике я обязательно сделаю. Кому интересно, наблюдайте за нашими видео. И следующий, третий, это сыворотка. Лифтинг сыворотка. Для лица пребиотическая. Увлажняющая питательная сыворотка для кожи лица и шеи. Содержит пептиды. Элбонд эффективно разглаживает морщины, подтягивает кожу, обеспечивает лифтинг-эффект, повышает тонус и эластичность кожи, а также обладает отбеливающим эффектом,
выравнивает и улучшает цвет кожи. Содержит ферментативные лизаты лактобактерий, обладает пробиотическими свойствами. Все, теперь мы, хочется мне рассказать про закваску, которую мы будем готовить в домашних условиях. Это йогурт, ряженка, творог и сметана. Также будут видео, как мы это готовим. Все это вам покажем. Кому интересно, следите за нашими видео. Ну и сейчас немножечко расскажу именно про каждую закваску. Мы очень все любим йогурт. Поэтому вот такая закваска для нас — это находка. Йогурт получается очень густой. Ложка аж стоит. Содержит болгарскую палочку и обладает нежным кисломолочным вкусом. Что вообще такое йогуртная закваска? На сегодняшний день предоставлен очень широкий выбор йогуртных закваск, но среди них сложно найти именно качественную продукцию. И чтобы понять, какой продукт купить, важно знать, что настоящая йогуртная закваска обязательно должна содержать болгарскую палочку. Именно вот эта закваска, она содержит болгарскую палочку. Оздоровительные свойства, которые проверены временем. Натуральный — это йогурт, био-йогурт, богатый источник белков, витаминов, минералов. Чтобы приготовить йогурт, нам всего лишь потребуется молоко и закваска. Кому интересно, будет снято видео, как приготовить. Какими же свойствами обладает йогурт? Это живой йогурт и обладает такими свойствами, как улучшает пищеварение, является пробиотическим продуктом, содержит витамины группы В, витамин С, микроэлементы, полезен детям и взрослым, подавляет рост патогенных микроорганизмов. Я с детства обожаю ряженку. Это закваска с чистым традиционным составом бактерий, предназначена для приготовления натуральной ряженки именно в домашних условиях. И готовый продукт содержит живые активные микроорганизмы и обладает приятным нежным вкусом. Домашняя ряженка содержит витамин А, В1, В2, С, Е, ПП, а также такие микро- и микроэлементы, как кальций, калий, фосфор, магний, серу и натрий. Ряженка полезна детям. Также широко применяется в детском питании, необходимо беременным и кормящим женщинам, улучшает аппетит, оказывает благотворное влияние на состояние ЖКТ, широко применяется в косметологии. Чтобы приготовить ряженку, нам понадобится топленое молоко и сливки. А как мы ее будем готовить, мы вам покажем в следующих видео. Теперь поговорим о закваске творог. Такая закваска предназначена для приготовления натурального домашнего творога с высоким содержанием белка и минералов. Существенное отличие такого творога, приготовленного при помощи закваски именно Баздрав, — приятный вкус и отсутствие в нем добавок, консервантов, стабилизаторов. Получается очень вкусный домашний творог без ГМО, ГММ и консервантов. Такая живая закваска превращает обычное молоко в творог, содержащий кладезь микроэлементов и легко усвояемый белок. Готовый продукт получается с нежным сливочным вкусом, что, несомненно, понравится даже маленьким детям. Чтобы приготовить творог, нам не обязательно будет иметь мультиварку или йогуртницу. Процесс квашения происходит даже при комнатной температуре. Все, что нужно будет иметь под рукой, — это молоко и закваску. Как мы будем готовить творог? Будет видео. Кому интересно, следите за нашими видео. Хочется сказать, что регулярное применение такого творога готового, который мы с вами будем готовить сами на этой закваске, укрепляет кости, ногти, зубную эмаль у детей и взрослых. Также участвует в развитии скелета, костей, мышц, поддерживает здоровье беременных и кормящих женщин, подходит для здорового питания. Используется для первого прикорма малышей, предотвращает развитие остеопороза у людей старшего возраста. У нас дома все любят сметану, поэтому я заказала закваску сметана. Мы готовить тоже будем ее дома сами.
получается густая домашняя сметана и очень вкусная. Не содержит ГМО, ГММ и консерванты. Получается приятный нежный вкус. Также содержит витамины А, С, Е, группы В, ПП, органические кислоты, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, биотин, лецитин, ну и другие полезные микро- и микроэлементы. Именно поэтому такая сметана широко применяется не только в кулинарии, но и в косметологии. Такую сметану можно употреблять каждый день, наслаждаясь нежной, густой текстурой и мягким сливочным вкусом. Благодаря пробиотическим свойствам живая сметана благотворно влияет на секреторную деятельность желудка за счет содержания активных живых микроорганизмов, способствует нормализации обмена веществ, улучшает работу пищеварительной системы, полезна детям, также и пожилым людям, применяется в составе косметических средств, масок для кожи и волос, питает и смягчает, насыщает витаминами и микроэлементами за счет метаболитов, которые активно выделяются в процессе сквашивания. Чтобы приготовить такую сметану, нам понадобится с вами закваска и сливки. Обязательно приготовим, снимем видео. Кому интересно, следите за нашими видео, где мы будем показывать, как мы готовим эту сметану. Кого заинтересовали такие закваски компании Бокздрав и косметика ProBioDerm, под видео я оставлю ссылочки, где я заказывала эту косметику и закваски. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Всем до свидания!